Мало того, что зрители сериала «Зимородок» тяжело переживают приход новых сценариев и возвращение старых персонажей, от которых мечтали избавиться в первом сезоне проекта, но и помимо этого зрителям хватает проблем. Издание «Сноб» утверждает, что в минувшую пятницу на съемочной площадке произошел конфликт между актерами, которые исполняют роли Сейран и Ферита. Пара, которая отдыхала в Бодруме летом этого года, теперь даже не подходит друг другу на съемках. Это видно на многих фотографиях инсайдеров. Стало известно, что пара поругалась во время съемок в университетской больнице Коч. По какой причине произошел конфликт, не ясно. Однако, по словам тех, кто стал его свидетелем, ссора закончилась только в тот момент, когда вмешались режиссеры «Зимородка». Когда конфликт был исчерпан, съемки возобновились. Только вот Афра и Мерт продолжали не разговаривать друг с другом, впервые между дублями, по словам инсайдеров. Однако фанат отрицает даже возможность скандала между актерами. Его дело на самом деле узнать не удается, но надеемся, что все-таки Афра с Мертом все еще сохраняют хорошие отношения друг с другом.